Анастасия Антошкина работает шеф-поваром столовой 6-й школы уже долгие годы. Она, как никто иной, знает все тонкости в части организации школьного питания. В этом году задача усложняется. Одно из самых больших по численности детей образовательных учреждений переходит на обучение в первую смену. Это порядка 1000 детей. Посадочных мест в столовой 250, плюс дети с продленки. Таким образом, работникам нужно не только вовремя приготовить и накрыть столы, но и между потоками успевать помыть посуду. Если это делать вручную, как происходит сейчас, то кухонным работникам приходится очень тяжело, говорит Анастасия Петровна. Объем работы большой, скопление народу большое в зале. Быстрота работы нужна. И чтобы это все обеспечить, и санитарию, и быстрое горячее питание, чтобы обеспечить, конечно, должно быть все оборудование работать. Но те мелкие оборудование, которое было там у нас, что-то поломалось, что-то там вышло просто из строя, потому что время отошло. Это все подладили, это можно подтянуть. Но самая большая беда – это посудомоечная машина у нас. Третий год мы мучаемся без посудомоечной машины, ручная мойка посуды. А посуда идет непрерывным потоком. Схожие проблемы есть и у других школьных столовых. Одним нужны посудомоечные, другим – тестомесильные машины или даже новые баки для приготовления пищи. Для того, чтобы обсудить все вопросы, связанные с питанием школьников, заместитель главы администрации Наталья Лапшина провела совещание. В нем приняли участие шеф-повара образовательных учреждений. Все они являются работниками межшкольного комбината общественного питания. В начале встречи Наталья Михайловна поздравила всех с началом сезона. Затем обсудили имеющиеся проблемы, в том числе и стоимость питания в этом учебном году. Что касается школьного питания, этот вопрос, который волнует абсолютно всех родителей. Горячее питание у нас запускается по всем школам с 5 сентября, с понедельника. И накануне учебного года мы провели несколько консультаций и все-таки приняли решение, что мы не будем принципиально в этом году поднимать цену за школьное питание. Она останется в тех же пределах, что, я думаю, очень радостно воспримется нашими родителями, при том, при всем, что цены растут, и родители также ходят в магазин и понимают, что рост цен огромный на продукты. Цена на школьное питание принципиально не повысится, она повысится в пределах 10 рублей. Это просто некоторая индексация цен на продукты. По вопросу же технического оснащения столовых отмечалось, что детально этот вопрос будет рассматриваться после составления шеф-поварами перечня необходимого оборудования. Мы еще раз проанализировали вопросы, как обстоят дела с кухонным оборудованием. Сделав большой анализ, мы будем предлагать главе администрации, совету депутатов рассмотреть все-таки более глубоко этот вопрос, чтобы нам иметь возможность разработать программу в нашем городе школы. Кроме прочего, на встрече обсудили и вопросы культуры питания. Шеф-повара внесли свои предложения, в том числе о необходимости проведения бесед с учащимися о здоровом питании.